Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Toyota RAV4. Делали обработку днища. Показываю, как это все выглядит. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Вот толщина его достигает где-то 4 миллиметра. Как бы все по максимуму стараемся залить все полости, чтобы достичь максимального эффекта. Вот. Даем сейчас машине отстояться. Займет это около 5 часов, прежде чем автомобиль выйдет на дорогу. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока!